Так, ладно. Наше путешествие продолжается. Раса, после твоих видео люди в Дубаи перестанут ездить. А что тут делать, блин? А, птички тут прикольные, местные воробьи такие маленькие. Вот такие, что не очень маленькие. Как ты называешь? Они синицы, например. Или галчонок. Ну, они такие же. Это, галдят, пищат. Ну, как попугаи в этом, в Африке. Они же как воробьи такие же. Что-нибудь украсть, сожрать. Воробей. Вот. Без воды тут, блин, все сразу завянет. Поэтому везде вода, 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 вода. Под каждой травиночкой трубки с водой. О, как у нас. Прикольно. Супермаркет. Во, местные вороны худые. Худые, им жарко. Прям вороны-вороны. Какие-то худые. Голуби здесь. Вот это вот какие-то местные воробьи. Они прям сливаются с почвы, их даже не видно. Прям такого пепельного цвета. Вон там кто-то летает еще. Белые голуби. Не, красотища, конечно. Фасады продается. Вот каждый вот такой вот квадратик, ну сколько тут? Ну 4 сотки, блин. Не знаю, 5. 6. Open. Алмая. Majestic City Riad Hotel. Так, а идем мы в Day to Day. По крайней мере, я так услышал. Маша почему-то услышала Delta Day. Какая Delta Day? В общем, Day to Day. Магазин сувениров. Блин, сувениры. Вот, под каждым деревцем, под каждым кустом. И вот, кстати, там, где вода льется, там живут муравьи. Вот прям само, где сопло выходит, вот там муравьи и живут. У них в трубках делаются дырочки. По ходу этой трубки. No. Блин, и эти тоже здесь. Побежали. Да, конечно, не iPhone, блин. Китайский iPhone, блин. Выглядит как... Короче, разводил его. Тут говорят, типа, вы не удивляйтесь, если будете плавать в море, а к вам подплывают такие. Говорят, шуба. Купите шубу. Блин, ну, зарабатывают. Зарабатывают кто как может. Можно пешком до моря дойти. Кто как может, кто так и зарабатывает. Наверное, тоже гостиница.
Golden Sense 2. То, что тут не мусорят, блин, ну, блин, мусорят, конечно, на самом деле. Вот. Плюют иногда. Ну, то есть культура-то все равно приезжает там. Если вот местные, может, они, конечно, такие все пафосные, ходят, у них там по 4 жены. Вчера вот гуляли. Все вот там идут гуськом таким, вот один за другим. Там старшая, младшая, наверное, я не знаю. Ну, в общем, и этот павлин там впереди. Ну, в смысле, уважаемый человек, который... Вот. И все такие это... Ну, конечно, они не плюют, да? На тротуары. А вот, ну, а те, которые вот приехали, работяги, да? Ну, у них культура... Как, ну, как везде, что такие... Эти... Чудеса. Нет, чудес. Все как везде. Ну, штрафы, конечно, да, могут там, не знаю, депортировать, если прям... плохо будет. Так, короче, где-то напротив. Где-то там. Наверное. До метро прохладно. Да, главное до метро дойти. Не, температура сейчас, конечно, во-первых, солнце. Это и мы прошли 15 минут, уже все. Конечно, да. Да-да. Вот так вот. Rails, что-то там, блин. Так, как тут переходить по дороге? Дорогу переходить вон там. Здесь мы, кстати... Нет, здесь мы не шли. Ладно, надо карту посмотреть. Вон, о, KFC.